Всем привет, меня зовут Лёша Халецкий, и опять вы на канале Лёша Играет и смотрите мое видео по игре XCOM Enemy Unknown. Опять сетевая игра. В этот раз такое необычное видео, тут в нем много всего. Ну, во-первых, я буду играть в сетевую игру с одним из моих зрителей. Причем он тоже снимает видео этого боя, и поэтому оно будет смонтировано так, чтобы вы видели происходящее с обеих сторон. А еще я играю сейчас с геймпада. Представляете, не с клавиатуры и мышки, а с геймпада в XCOM. И буду делиться своими впечатлениями по этому поводу. Ну и в-третьих, две новых тактики вам покажу. Я играю 6 бойцами поддержки пожарниками, а мой противник 2 штурмовиками и снайпером. Да, совсем забыл, моего соперника зовут Юрий Шпрыков. Он нашел меня ВКонтакте и предложил вот такой вид сотрудничества. Начинается бой. Первый ход моего соперника, как видите, у него 2 штурмовика и снайпер. Причем у него штурмовики разных специализаций. К сожалению, я уже забыл, как они называются. Я надеюсь, он в комментариях пояснит. Да, звука на его видео не слышно, потому что он включил музыку при записи в игре, а YouTube на это ругается, поэтому я звук отсюда убрал. Но все равно вы меня слушать будете. Как видите, он расставляет своих бойцов по периметру начальной позиции. Как вы помните, я, его соперник, нахожусь по диагонали прямо перед ним. Вот смотрите, как, что он делает. Вторым ходом он включает пробежку для штурмовика, чтобы в конце поставить его в боеготовность. Вот обратите внимание на такой прием штурмовика. То есть стрельба на бегу используется для того, чтобы в конце, сделав 2 хода, в конце еще и поставить в боеготовность своего штурмовика. Но вот еще раз, еще обратите внимание, что он, несмотря на то, что он походил всеми своими бойцами, он не заканчивает ход, то есть не ставит последнего бойца в боеготовность для того, чтобы я подумал, что у него больше бойцов, чем есть на самом деле. Это тоже такой способ дезинформации противника. Я им тоже часто пользуюсь, в этом нет ничего зазорного. Пока вас не разведали, лучше, чтобы соперник не знал, сколько у вас бойцов, не знал, к чему ему готовиться. Начинается мой ход. Как видите, у меня 6 бойцов поддержки. И все они, специализация у них пожарник, то есть у них дымовая граната есть. Это просто самые дешевые бойцы из человеческого отряда. Но при этом они, у них хорошая прицельность, и у них хорошее, им можно хорошее оружие дать. Вот видите, легкий плазмер, только, по-моему, у 2 моих бойцов, а у 4 плазмер. То есть у них мало того, что они сами по себе меткие уже изначально, так еще и плазмер добавляет 20% им к меткости. Поэтому очень многие игроки играют вот сейчас такой командой. Вообще для новичков рекомендуется такая команда. Попробовать, во всяком случае, в сетевой игре. У них и броня повыше, чем у тех же сектоидов. И стреляют они издалека неплохо. Поэтому рекомендую, попробуйте, если вы ни разу так не играли. Также хочу обратить внимание, что я вот сейчас играю с геймпада. И вы знаете, удивительно, но похоже, что XCOM именно под геймпад затачивали, а не под клавиатуру и мышку. Так, ладно, сейчас я переключусь опять на комментарии действий моего соперника. Ну, дебют любой партии начинается с разведывания того, что делает противник. Желательно не подставить своих бойцов и как можно быстрее узнать, какие бойцы у вашего соперника. Как видите, снайпера мой противник умно и по тактике ставит на самое высокое место. То есть, если у вас есть в отряде снайпер, желательно его оставлять позади отряда и ставить на самое высокое место. Тогда у него увеличивается вероятность попадания, он видит всех вокруг, а остальные бойцы в отряде открывают ему соперников, по которым он будет стрелять, вот находясь наверху. Причем подобраться к этому снайперу будет довольно трудно.
Потому что он видит все, а вы его не видите, что он как бы видит глазами своих партнеров по команде. Ну вот я продолжаю раздвигать своих пожарников. Оставляю в боеготовности. То есть тут уже каждый ход я делаю не две перебежки. Две перебежки, в принципе, можно только в самый первый ход сделать, потому что вы вряд ли тогда наткнетесь на соперника. Хотя всякое бывало. Например, если у соперника есть летун, то он вполне может его очень близко подвинуть к вашим бойцам, и вы наткнетесь на летуна. Так, о чем я сейчас до этого говорил? А, ну... Делаю по одному ходу и ставлю на боеготовность, потому что вначале желательно разведать, где, что делает соперник, какие бойцы у соперника. И вот смотрите, геймпадом оказалось очень удобно управлять. Каких-то никаких глюков нету. Вот эти. Вот переключаюсь с этим крестиком. Передвижение куда... Казалось бы, что вот мышкой типа удобнее поставить, а нет, оказалось вот стиком, извините, я не помню, как называется это на геймпаде, джойстик, очень удобно передвигать и удобно ставить. Вот мышкой, видите, иногда пропадает вот этот квадратик, куда вот мой соперник играет мышкой и клавиатурой. Единственное, как бы для меня неудобство было, что я еще не помню всех... клавиш горячих на геймпаде. И вообще мы вот с Юрием, это вторая наша партия. Первую партию я просто не выкладываю, что я там слил вообще безбожно, проиграл очень быстро. Я в свое оправдание могу только сказать, что это была моя первая партия на геймпаде, и я там путал кнопки, больше, конечно, разбирался, что делать с геймпадом, чем за игрой следил. Ну, неважно, это не умаляет, конечно, достоинства Юрия как стратега, потому что он все очень грамотно делает. Видите, он расставляет, не рвется вперед в бой, ждет, когда я на него напарюсь, потому что у него команда вот эта со снайпером, она, в принципе, оборонительного плана, а не нападения. Потому что от снайпера желательно далеко своими бойцами все-таки не уходить. Напомню, единственная слабость снайпера в том, что он вблизи очень плохо стреляет. То есть, если подобраться к снайперу поближе, от 8 клеток и ближе, если мне не изменяет память, то он очень вряд ли в вас попадет. У него начинаются штрафы к меткости. А вот если он вдалеке вас будет видеть, он, наоборот, плюсы к меткости, и ваши бойцы будут убиты. Вот видите, мы так потихоньку расползаемся по карте. Очень удобно геймпадом передвигать этот кружочек. Уходите, гады. Ну, это, кстати, как бы меня огорчает, потому что видно, что... Я и понял, что создатели XCOM затачивали вот эту свою игру под геймпад, то есть под Xbox, чтобы приставочникам было удобнее играть. И, видимо, отсюда вот эта система движения с двумя ходами всего, а не по очкам действия. Иначе бы приставочники расстраивались очень сильно. Но геймпадом, действительно, если у вас есть геймпад, я вам очень рекомендую попробовать в XCOM поиграть геймпадом. Удобно? Ну, удобно. Так, опять ход моего соперника. Видите, мы уже каждый по три хода сделали, и все, до сих пор друг на друга не наткнулись. Но вот сейчас, по идее, он должен увидеть моего солдата на крыше, точно. И видите, моя боеготовность сработала, и я попадаю. Замечательно. Но я же не знаю, что у него снайпер стоит на крыше. А так как он его сейчас увидел, моего соперника, моего бойца, извините, то он уже может его снимать снайпером. Но вот видите, он решил попробовать бойцом, и у него получилось убить моего солдата, к сожалению. Я его не убил с боеготовности, а вот он убил. Хотя у нас и у него, и у меня был плазмер, у нас, по идее, одинаковый урон до 8 единиц, но я ему нанес 6 единиц урона, а он мне нанес 8 единиц урона, и поэтому мой один пожарник уже лежит. Ну, не знаю, сейчас видит ли его снайпер моего второго бойца, который виден ему тому бойцу. Нет, не видит. Значит, он поставит снайпера в боеготовность и будет ждать, когда кто-нибудь на него выйдет. Так, опять мой ход.
Ну вот я сейчас постараюсь, типа, приблизиться к тому недобитому бойцу и добить его. Все-таки всего три единицы здоровья осталось. Покеда. Ну, я считаю, это хороший обмен. То есть один мой боец, пожарник не самого высокого пошиба против одного его штурмовика, который, ну, намного более крут, чем боец поддержки, самый дешевый, это обмен хороший. Но я, правда, до сих пор все еще не знаю, какие у него остальные бойцы. Понимаете, я только его одного бойца видел, которого убил, ну, обменял на одного своего. Поэтому продолжаю. Вот видите, я боюсь высунуться, потому что я думаю, что еще один его боец около фонтана где-то. И вот я его как раз нахожу. Ну, слава богу, он по мне не попадает. Смотрю внимательно. Вот я его и нашел. Ставлю в боеготовность, чтобы он не двигался, чтобы ему пришлось на месте оставаться. И продолжаю своих остальных бойцов подтягивать. Вот тут я решил... Вот в этот момент я вам скажу, что я решил, что, видимо, у него снайпера нету. Что было моей ошибкой. И вот сейчас один из моих бойцов... не помню, сейчас или не сейчас, но один из моих бойцов расплатится за это. Итак, его снайпер все еще не видит моих бойцов, что хорошо. Видите, я удачно так подбираюсь. Ну, я как бы знаю еще эту карту, уже не первый раз играю, знаю, где находятся высокие точки, где могут снайпера поставить игроки. Поэтому я вот стараюсь к тому автобусу подальше подойти. У него 59% меткости. Он решает, что нет, маловато. Тратить ход не стоит. Нет, раздумывает, вы смотрите. Прям интересно. Беглый огонь 44% меткости. Офигеть. И попадает. Вы понимаете, 59%. Ну, я считаю, ему везет по попаданию, в отличие от меня. Ну, это тоже как бы часть игры. Тут... Это же везение не просто не на ровном месте. Если бы это у него был не штурмовик, а другой какой-то боец. Берсиктой тот же самый стоял, или там какой-нибудь мутон. Готовность номер один. То совершенно другие проценты были бы меньше. Вряд ли он попал. Ну и если бы против него, опять же, у меня боец был не поддержка, пожарник, а более крутой, я бы больше очков потратил, да, и не 6 пожарников поставил, а тех же 3, например, штурмовиков, то он бы по нему вряд ли попал, у него был бы ниже процент попадания. Так что тут все взаимосвязано, не стоит, это я зря так говорю, прям уже повезло. Просто у меня в комментариях очень много зрителей, ну не очень много, но есть некоторые зрители, которые пишут о том, что вот слишком много рандома в XCOM'е, как бы не очень разбираясь в механике игры. То есть здесь этот процент не на ровном месте, не просто, что у него оружие крутое, там много факторов, и моя оборона, и его оружие, и так далее. Вот я сидел за какой-то хлипкой скамеечкой, там оставил своего бойца, перевел бы его... Ну, смотрите, и мне повезло, и я попал. Чем плохо? Пододвинул, видите, у меня уже еще 4 бойца есть против его полутора дохлых. Понимаете, у него один снайпер, который он все никак не может использовать, стоит без дела. И уже наполовину убитый штурмовик. Так, его ход. Его снайпер все еще не видит, как видите, моих бойцов. Зато этот, видите, 3 окружен. Ну, как бы... Поддержка пожарники очень неплохо действует. А я уже расслабленный, понимаете, сижу там и думаю, что снайпера нету. Потому что как-то так хорошо идет. То есть я уверен, что у него еще какой-то один боец где-то есть. Но почему-то уверился, что не снайпер. Видите, он размышляет, что делать. У него уже, вот, ну, умный ход, отступление. Потому что если бы он сейчас пытался одного из моих бойцов убить, он, ну, предположим, даже убил бы, но 44% есть попадание.
И увел бойца, и попал по моему бойцу с невысоким процентом. Ну, а снайпер все еще остается в боеготовности, видимо. Там, видите, размышляет, размышляет. Типа, не отвезти ли? Не знаю, не знаю. Ну, опять же, если к снайперу подберутся, то все, как бы проигрыш сразу. Ну и вот здесь я решил побежать. Потому что я вот, ну, видите, там вот впереди справа должен спрятаться тот недобитый штурмовик. И с уверенностью, что раз нету снайпера, то можно бежать. Ну, пока, видите, слава богу, додумался переключиться. И не видно, к сожалению. Я думал, что подбегу сюда и увижу Сканирую. того бойца, спрятавшегося. Ну, пока обхожу с этого фланга, чтобы вот, увидел. Вряд ли, правда, отсюда попаду по нему, но попробовать стоит. 50% меткости. Он с 44% два раза по моим бойцам попал. Теперь я с 50 мимо. Поправка на ветер. К сожалению. Вот если бы я сейчас по нему попал, то партия была бы уже выиграна. Потому что подставь я даже одного своего от, а вот и снайпер, и покеда. Да, попадает. Попадает, но всего 4. Ага, видите, у него не хватило очков на мощную снайперскую винтовку, поэтому у него снайперская винтовка первого самого поколения. То есть не лазерная и не плазменная. Ну, для меня это как бы очень удивительно было обнаружить внезапно снайпера, поэтому я свернул своего бойца на место. Так, у него снайпер все еще в боеготовности, видите? Ну, зато я узнал всех бойцов, которые у него есть. Вот теперь он размышляет, как ему поступать. 39%. Низковато. Это уже не 44%, это уже 39%. Так, думает, решает, что делать. Ну, так как он штурмовик, я напоминаю, что у штурмовика есть способность молниеносные рефлексы, то есть по нему первый огонь из боеспособности, первый огонь на поражение сразу по-любому мимо. Я, видите, ему облегчил задачу попадания по мне. Мой ответный огонь, так что это он тут смотрит, мой ответный огонь разрушил мое укрытие. То есть, ну, ему в этом бою просто такая везуха. Это так я своего бойца подставил. Ну и сколько, 59% там было? Не попал. Но вот это мой, кстати, плохой ход. Я зря перевел бойца сюда. Как бы прикрытие тут разрушено. Зачем я вел бойца сюда, непонятно. Но я все-таки попал. Я смотрю, там лежит в коме. Опять же, напомню, что штурмовики не умирают. У них такая способность, что типа у них одно очко здоровья там остается, и они вот лежат в такой в обездвиженном состоянии. Если к ним подбежать с аптечкой, то их можно реанимировать. Но, как вы понимаете, никто не играет с аптечкой практически никто в сетевой игре. Хотя, наверное, на этом тоже можно было бы хорошую стратегию сделать. Ну вот и все. У него остался один снайпер. И он сейчас будет двигать его. Ему придется изменять дислокацию. То есть вот это первая часть его плана, когда у него стоит снайпер на крыше и отстреливает, как кроликов, приближающихся соперников, не прошла. Я довольно умно передвигал, на удивление для себя самого, бойцов, то есть с той стороны, где снайпера не предусматривалось. Хотя и в один из моментов решил, что снайпера не будет вообще. Теперь нам надо к этому снайперу подобраться. Вот если бы я знал, куда он убежал, это часто я вижу, когда комментирую эту битву, а тогда-то я не видел, если бы я знал, куда он убежал, я более бы смело передвигал своих бойцов ближе Готовность номер один. к тому вот этому микроавтобусу.
Особенно вот с задней стороны. А так я его, видите, вот своего последнего бойца так передвинул, что оставил на обзоре одного из своих юнитов. И, видимо, сейчас он получит пулю в голову. Во всяком случае, его снайпер его видит. Я вот не знаю, о чем он думает. И нет, решил не стрелять, решил передвинуть. Видите, опять у меня появляется шанс. Итак, похоже, два моих бойца поддержки пожарника против его одного снайпера. По-хорошему, надо действовать, конечно, смелее, подходить ближе к тому месту, где он может быть, пожертвовать одним, ну вот, смотрите, вот этим, у которого всего 3 очка здоровья, например, да, и Дневное добить наблюдение. вторым, потому что он 2 раза подряд стрелять не может, а тем более, если мы будем близко, то вообще без вариантов. Но я, как видите, боюсь почему-то. Боюсь, вместо того, чтобы смелее двигаться вот в тот угол, где этот микроавтобус стоит, размышляю. А дело в том, что это как раз плохо для меня, находиться далеко от его снайпера. Потому что его снайпер издалека стреляет Стороже! лучше, чем если бы он был близко ко мне. Ну вот и уход. Мне в плюс, что он меня тоже не видит. А, вот тут подбегает под мою боеспособность, и нет, я промахиваюсь. Ну что ж, что будет делать он? А, у него есть возможность стрелять. Видите, у его снайпера есть способность стрелять, то есть не тратить 2 хода на выстрел из снайперской винтовки. И все, и у меня остается всего лишь один хилый боец. Ну, здесь я, собственно, уже решил, что мне ничего не светит. Попытаться поближе к нему подобраться и выстрелить. Ну, вообще, можно было еще побороться, то есть начать играть в прятки. Раз у него боец сильнее, чем у меня, почему я должен на него выходить, правильно? И пойти спрятаться за какую-нибудь большую машину, так, чтобы его снайпер был вынужден, ну, стрелять изблизи по мне, понимаете, да? То есть спрятаться за угол, где нету открытой местности. Ну, вот все, он подошел ближе ко мне и сейчас добивает моего последнего бойца. К сожалению, в этом бою я проиграл. Тем не менее, спасибо Юрию Шпрыкову за то, что он тратил время и вот записывал это видео тоже, потом мне высылал. Ну и спасибо вам, что вы досмотрели до конца. Надеюсь, вам было полезно и интересно это видео. Вы слышали Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет. Подписывайтесь.